Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк. Для умных и свободных. Привет, это канал «Походный оптимист». Поднимаемся сейчас в Евроземлянку. Со мной сегодня Аня, моя жена, вызвалась мне помочь. Хочет помочь с окном разобраться. Ну и посмотреть, как там у нас дела. Фух. Нормально? Налево нам. В принципе, мы уже почти дошли. Вот этот самый такой участок. Без тропинки практически. Ну а дальше, через кусты, я прорубил дорогу еще бензопилой. Все, когда мы таскали все эти доски. И там уже будет получше. Дождик просто прошел, скользко подниматься. Ну вот, что у нас получается. Классно. Дождик был, смотри, все грязное. Если там на тропе хотя бы подсохло, здесь вообще грязюка. Видно прям как следы. Капель были. Такое ощущение, как будто сегодня только дождь закончился. Хотя небо синющее просто. Да, подметать сегодня бессмысленно. Пойдем. О, дверь просела, как я и думал. Надо ее приподнять сегодня. Как раз она будет впритык сверху идти. А землянка высохла. Прошу. Так, ну что, сегодня в планах. В общем, Аня вызвалась помочь помыть окно. Ну, это отличный повод побывать в землянке. Ну, по крайней мере, при ее стройке еще. А я хочу доделать сегодня стол. Возможно, начну делать полку для второго яруса кровати. Ну и, конечно, нужно разобраться с дверью. Так, мы сегодня ненадолго. Я думаю, что у нас часов 5 максимум времени. До темна надо успеть спуститься сегодня. Слушай, ну вот смотри. Вот эти брызги, как будто они прям свежак. Да, дождя. Это надо как-то закрывать стену, чтобы оно будет каждый раз так брызгать, да? И течь. Да. Так, ладно, давай не будем туда тратить время. Да, давай. Пойдем. На, попей. Так. Что ж, мне сначала с дверью, наверное, лучше разобраться, да? Меня больше всего смущают вот эти вот части от скотча. Угу. Мы его запаковывали так, но когда сюда несли прямо в этот в спальный мешок и скотчем вот так заматывали, чтобы не поцарапать. Вот сверху зазор как раз толщиной в палец. Есть куда поднимать.
Теперь дверь открывается не только свободно. Снизу есть запас небольшой. Сантиметр, наверное. И здесь стало более плотное соединение. Теперь на внутреннюю часть двери можно будет нанести утеплитель вот сюда, на раму. И дверь будет плотно прижиматься. Зимой дуть под бочок нам не будет. Много. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. В прошлый раз у меня не было подходящей длины саморезов. Я закрутил чуть длиннее, они торчат. Вот, это очень небезопасно. Сегодня пришел с нужными. Так, ну и вот, здесь я тоже не закрутил. Здесь вообще нужно 3 сантиметра. Подай мне саморезы, пожалуйста. В пакетик с саморезами на шконке. Ага, спасибо.
Отлично. Так. Слушай, а может нам на шлифмашинку тряпку одеть? И прям скотч. Теперь не перепутать с дверью и не выйти. Супер вообще. Спасибо. Так, ну что, давай, я стол тоже закончил. Сейчас приберемся. У нас есть всего полтора часа нормального времени. Панорамным видом, да? Угу. В чистое окошко теперь. Спасибо. Все принимают участие в строительстве землянки. Старший сын помогал копать. Супруга помогает теперь с уютом. Сразу зашла такая, у тебя где у тебя полотенчики? Надо принести полотенчики сюда. Давай список, пиши, что нужно. Я дострою. Придешь своим женским взглядом, наберешь уютик, покажешь, где полочки нужны, где чап. Договорились. Все сделаем. Вкусно. Так, ну что, нам пора отправляться в обратный путь. Нельзя допустить, чтобы мы спускались по темноте. Дорога скользкая. Вот, опыт моей жены еще только предстоит получать в таких вот нестандартных подъемах, не туристических тропах, так сказать. Ночевать мы сегодня тоже, к сожалению, остаться не можем, но я думаю, что в будущем это обязательно произойдет. Сегодня был неплохой ознакомительный такой денек. Дверь починили, стол сделали, покушали вкусно, пообщались. Я похвастался землянкой.
Женя уже вживую все-таки интересно, и была все время наблюдает про то, как я монтирую эти видео свои, подходит. А вот теперь первый раз побывала. В общем, до скорой встречи. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Переходите в описание, посмотрите, там много ссылок на мои другие соцсети, которые я стараюсь активно вести. Скоро увидимся. Пока.